Всем привет, вы на канале СК Гараж. Случилась проблема с Уралом. Значит, что произошло? Ехал с грузом, попал на кочку и оторвало раму от моста. Причем оторвало не по сварке, а прямо с металлом вырвало часть. Естественно, мост ушел в сторону, раздернулся шрус. Значит, ничего критичного в принципе нету, только выставить, обговорить. Но этим заниматься я не хочу, Урал буду продавать. Вместо него покупать муравей. Вот вместо Урала купил муравья. Выглядит. Значит, на зажигании уже стоит магнито. Завернул его в пакет, чтобы не намокало. Сейчас покажу внешний вид. Даже фаркоп приварен. Стартера. Значит, электрика ничего не подключена. Если вдруг знает кто, как сделать свет при работе с магнито, оставьте, пожалуйста, комментарий. Наш пробег на сегодня 4351 километр. Сейчас я его заведу, покажу, как он работает. Подсасываем топливо в карбюратор. Одной рукой неудобно, сейчас я двумя руками заведу. Вот, работает достаточно ровно. Одной рукой, конечно, неудобно снимать. Ну вот сейчас хочу вывести эти ветки, попробовать. Свалили тополь аварийный. Часть веток распилили на дрова. Но вот эту мелочевку придется вывозить. Ну вот, нагрузил кузов веток, немного стянул их веревочкой. В принципе, веса-то нету, объем только. Сейчас посмотрим, как он повезет. Ну вот, я уже разгрузился, ветки вывезли без проблем, мощи предостаточно. Конечно, не так, как на Урале, но все равно хватает. Вот такая техника мне досталась. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!